Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и с вами Бабби Джон по имени Кент АПК. Прямо сегодня, ребята, я куплю рарочку с голдскулами, то есть я попытаюсь реально найти рарку, потрачу очень много голды, потрачу очень много времени, и я сделаю это. Потом, пацаны, прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал, если вы не перхоть, конечно же, и напишите любой хороший комментарий, ну а с меня розыгрыш. Не, ну вы посмотрите на эту красоточку, и я ее хочу подарить именно тебе, прямо сейчас, лайкусик, подписочка на мой канал, напиши любой хороший комментарий, и самое главное, посмотрим все видео от начала до конца, без перемоток, буду проверять, кто не посмотрит, этого АКР не получит. Ну что же, ребята, приступим тратить мое время в никуда. Я тут вижу очень много рарочек, ну прям очень много рарочек. И прямо сейчас я выберу одну из этих рарок, долистаю до конца, посмотрю какие там наклейки и что-то мы там прикупим. Ну что, ребят, погнали. Ну давайте, ребята, мы начнем с чего-то лайтового. Это новый скин, потому что я если хочу купить какую-то рарочку с новыми арканами, с новой коллекцией. Поэтому давайте-ка мы прямо сейчас пролистаем самый-самый низ. И поверьте мне, я на это потрачу очень много времени, потому что тут 9000 запросов. И это только первая скин, которую мы листаем до самого-самого конца. И при этом для вас это пару секунд, да? Потому что я все это буду обрезать. А я буду в тупую листать часами. Оу, мне уже плохо. Ладно, ребят, погнали листать. И, ребята, вы не поверите, но я нашел первую лоб, первую наклеечку Five Stars. Иди сюда за одну голду. Вот только ее выставили. Я буквально спустя 5 секунд ее купил. И это всего лишь, ребята, одна голда. То есть я, грубо говоря, купил за 0.26 наклейку с новой коллекцией. Это очень круто, потому что у меня нету ни одного скина с новыми наклейками. Все, окей, листаем самый-самый низ дальше. Ребят, я уже листаю, наверное, минут 5. И знаете что? Я увидел то, что два типочка выставили те же самые наклейки, которые я купил за одну голду, выставили по 5. Ребята, это обдираловка, никто у вас ничего не купит. Но самое интересное, что за все это время я видел всего лишь 3 скина с наклейками, то есть на новый M-Sur Grip. Он насколько страшный... О, еще одну наклейку видел. Он насколько страшный, что никто даже наклейки на него не клеит. Вы понимаете, насколько все плохо. Вы посмотрите, что я только что нашел за 18 голды. 2 наклеечки Lucky Star. Братан, ты куда кубу раскатал? У тебя никто ничего не купит. Ты думаешь, вот это я листал 15 минут? Ради того, чтобы купить вот эти 2 Lucky Star? Ты серьезно? Нет, ребята, мы не сдаемся, мы листаем дальше. И я надеюсь, то, что я увижу аркан. Ну, хотя бы одну аркану приклеенную, хоть за миллион голды я вижу, что кто-то приклеил на М40 нормальную наклейку, хоть кто-то. О, за 30 голды мы нашли вот такие вот наклеечки. Но опять же, оно того не стоит. Вот еще одна легендарка. Это первая легендарка, которую я видел за 30 голды. Но никто не купит, потому что все хотят арканы. Легендарки это круто, рарки это круто, а арканы-то где? Покажите нам хотя бы одну аркану, пожалуйста. Объясните мне, пожалуйста, хоть кто-то, как это работает. Я долистал до 5000 голды, потратил 20 минут времени, и в итоге я вижу скин с такой вот наклеечкой, да? То есть скины за одну голду и за 5000 голды с одинаковыми наклейками. Да вы что там, люди, с ума посходили, имейте совесть. Имейте совесть, вас никто это не купит. За одну голду вы вставляете вот эти ваши наклеечки Five Years. Ну а мы, ребята, уже долистали почти в самый-самый низ. И, кажись, да, дно пробито, это самый низ. И в итоге все, что мы видели, максимум это одну легендарку. И на этом все закончилось. Ну что же, давайте выбирать другой скин. Ребята, чтобы понимали, насколько это плохой скин, я зашел на сетрек-версию, знаете чего? Тут нет ни одной даже легендарки приклеенной. То есть люди понимают, что это просто полная какаха! И никто не клеит сюда нормальные наклейки. Поэтому я думаю, что на этих M-Sur Grip'ах, на этих Tech-9 недлах, на USD Purple Kama нет смысла вообще листать, потому что ни один адекватный человек не приклеит ничего сюда, кроме эпика максимум. А вот тут-то, ребята, точно пойдет контент. Знаете почему? Потому что я просто зашел на скин, и я уже вижу 2 наклейки. За 18.50 это реально очень-очень дешево, потому я уверен, тут-то мы найдем очень много всего интересного. Поэтому, ребята, вперед, тратить еще один час из жизни кента. Слушайте, ребята, ну так-то скин побогаче, вы посмотрите, я всего лишь пролистал секунд 10, уже сколько разных наклеек, сколько всего. Но нас интересуют именно легендарки и именно арканы. Я просто в шоках, как же много наклеек, чекайте.
Оу, это будет очень интересно. Походу я брал этот скин не зря. Просто, ребята, взгляните. Если вы хотите себе купить АКР Спорт с наклейками, и у вас бюджет до 30 голды, то вы посмотрите, насколько же тут большой ассортимент. Какой такой-то секонд-хенд залетел. Любые наклейки, на любой вкус и цвет. Да, окей, тут рарки и эпики. Легендарок пока что нету. Но, тем не менее, это 30 голды. По себестоимости вот эти вот наклеечки, например, вот эти вот, да, они стоят минимум голды 80. А тут, ребята, за 28 голды... Блин, да это очень круто, я сейчас возьму и куплю. Вот я просто возьму и куплю. Все, взял и купил, вот так вот, просто угадайте. Ну просто угадайте, сколько стоит. Вот прямо сейчас поставьте видео на паузу и напишите, как вы думаете, сколько стоит этот скин. А он стоит всего лишь-то 33 голды, как же дешево. Клик Радиэйшн, Денджер Зон. Ребят, пошел контент по трубам. Насколько же тут много наклеек. Просто выбирай, какую хочешь. Что, это легендарка? Это легендарки, нам всего лишь стоит 33 голды. Конечно берем, легендарочки нам нужны. Потом перепродам за 40. Так, почему? Вот я их всегда путаю, это легендарки или арканы. Срочно, срочно, вот это легендарки или арканы. Надо думать, блин, а вдруг это аркана. Я себя не прощу, покупаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Скажите, что я купил аркану. Надеюсь, это аркана, очень на это надеюсь. Я отвечаю, только что видел за 750 голды девелиш. Покупай, дайте купить. Купили, вот! Смотрите! 850 голды! Я не успел! Тише, я буду ждать. Если он еще обратно выставит, ребята... Оп. Покупаю! Смотрите, что купил! Быстрый инвентарь! Смотрите! Вау! Все эти наклейки по отдельности стоят 1020, наверное. Я вот это вот АКР Спорт разыграю вам. Я это вам гарантирую. Так, ребята, а тут уже произошла какая-то дичь, потому что скины дальше не листаются. Насколько я помню, под прошлым видео, когда у меня была такая же ситуация, мне написали, что это был баг на наклейке. Но почему-то наклеек я тут не вижу. Какой-то баг произошел. А, вижу. 110 голды! Покупаем, вы видели, что купил, какие-то наклеечки-то были. Так, ребят, походу это уже интересненько. Походу пошел контент по трубам. То есть, как я понимаю, если кто-то выставляет новые скины с наклейками, то я буду их прямо сейчас видеть тут на рыночке. Так, вижу, за сколько? За 100 тысяч голды вот это, слышь, сам покупай, брат, ты че? Что, 250 голды вот это? А можешь купить, это реально очень красиво, АКР. Ладно, будем ждать, потому что я уверен, что мы, ребята, сможем найти еще какой-то более красивый АКР. Мы сделали баг на наклейке, если кто-то выставляет АКР с наклейками, то мы его видим самое-самое первое. Так, вот еще один за 250 голды, но как по мне, оно того не стоит, поэтому мы покупать не будем, потому что тут, ну, не прям такие уж и дорогие наклейки. Только что, ребята, прогрузились новые наклеечки, и кто-то продает вот этот вот АКР Спорт за 700 голды. Спасибо большое, но я за 900 купил гораздо с более дорогими наклейками, поэтому я точно покупать это не буду. Ну, а пока что новых наклеечек я тут... Опа, подождите. 450 голды, ну так-то недорого, можно и купить. Но нет, я уже купил. Пока что мне, ребята, хватит. За 200 голды, вау, какой красивый АКР. Ребят, кому надо, заходите сразу после видео, возможно, он еще на рынке. 125 голды с такими вот наклейками, как же вы дешево все продаете. Короче, ребята, я тут уже прождал, наверное, минут 20, и все, что я видел, я вам показал. Поэтому идемте теперь на другой скин. Ох, ребята, сейчас будет прям очень сложно, потому что я себе хочу купить G22 Starfall с крутыми дорогими наклейками. Почему я брал именно этот скин? Потому что никто не ждает на этом скине крутые дорогие наклейки. Но этот скин, первое, он старый. Во-вторых, на нем точно будут разные прикольные наклеечки. И в-третьих, мне кажется, очень мало охотников с наклейками именно на этом G22. Поэтому шансы у меня возрастают. Ну что же, ребята, встретимся через полчаса, как я долистаю до самого-самого низа. Ну чё, пацаны, ща, короче, навалю кринжа. Листаю такой минут 30, и знаете что? А тут не то что аркан, тут даже эпиков нету. Вы посмотрите, ребят, да, вот это я листал 30 минут, произошел обратно, это же самый баг на наклейке, что типа ниже не листается. И в итоге все, что есть, это вот эти вот наклеечки. Ё-моё, ребята, ну это очень обидно. Ну блин, почему никто не клеит на G22 наклейки? Не, ну хотя, смотря на G22, я понимаю, почему никто ничего не клеит. Ну окей, мы не сдаемся. Ну а сейчас, ради интереса, я решил выбрать, ребята, скин P350 Neon. Почему именно его? Потому что это Origin коллекция, это самая первая коллекция. Тогда все просто без разбора клеили наклейки куда можно было. Только увидели Origin коллекцию, взяли, приклеили. Никто же не знал, что будет добавлять новая коллекция и так далее. Поэтому, ребят, я уверен, что тут мы найдем
очень много интересных наклеек. Я их уже вижу прямо сейчас, ребята. Всего лишь 85 голды. Вы посмотрите, за 88 голды кто-то продает P350. С такой Хэллоуин наклейкой, честно, я бы купил бы. Тем более, сам по себе P350, ну реально, довольно-таки красивый скин, в отличие от того же самого G22 Старфольчика. Не, ну вот это уже удар ниже пояса. Просто представьте, кто-то взял из Хэллоуин пака все наклеечки наклеил на P350. Какой же он сущный, этот P350. Реально стоит всего лишь-то 1200 голды. И я вот думаю, купить ли мне его или нет. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. Потому что, ребята, это просто моя слабость. Тут пошли, ну прям очень крутые наклейки. Вот еще одна арка наклеечка. Но, к сожалению, она всего лишь одна. И это реально дорого. 1350 голды зато. О, 2500. Не, ну тоже неплохо. Но предыдущие наклейки реально были более красивые. И они стоили гораздо дешевле. Так, ребят, а тут вообще сумасшедший. 4 самурая на вот это. Да вы на приколе. 4 самурая, вы в это верите? Это сон или что? Ущипните меня кто-то. И я, ребята, долистал самый-самый низ. Но, к сожалению, ни одного голдскульчика или панишера я не вижу. Походу, все скины с этими наклейками кто-то уже просто поскупал, потому что их уже нету на рынке. Ну что же, ребята, в принципе, это все. И я в конце хотел бы вам разыграть вот этот замечательный АКР Спорт с этими дорогущими наклейками. Чтобы получить, надо просто перейти по ссылочке в описании и подписаться на мою телегу, и все. Подпишись на телегу, получи вот этот АКР. Все, ребята, всех обнял, приподнял. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Вы лучшие, ребята, всем удачи, всем пока.